Здравствуйте, дорогие друзья! Начнем, продолжаем нашу серию уроков. Теперь перейдем на цифровые данные для судоку. В первом случае у нас будет 1, во втором случае будет 2. Да? Ну-ка, Аблай, покажи. Здесь у нас что будет? 1. 1. Каким цветом? Красного. Красного. Правильно. 1. Так, а здесь? А здесь 2. Да, красивая у нас однерка получилась, да? Здесь 2. Да. Недаром судоку считается одной из самых развивающих игр для детей и очень полезно для ихнего развития и мышления. Так что подписывайтесь на наш канал. До следующих уроков по судоку. Спасибо.